Всем привет! Вы на канале Мирослав, и мы на Майорке. Так что в Испании. В Испании. Так что будем вам рассказывать, показывать, как мы отдыхаем, где мы ходим, гуляем. А вы будете смотреть, лайкать, комментировать, кому что нравится. Может, кому-то пригодится та информация, которую мы вам дадим на этом канале, на этом видео. Так что смотрим, показываем. Погнали! Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight. Отелю в масочках. Детям можно без масочек. А сейчас мы пойдем на завтрак. Покажу вам, что у нас есть на завтраке здесь. Затем ручки. Так, Марьяшек, что мы сегодня будем завтракать? Сырочки, испанские колбаски, пожалуйста. Разные виды колбас, сыров. Здесь у нас масло, кашки, мюсли, разные молочки, кефирчики. Здесь фруктики, йогурты. Фрукты обычные, там можно сделать тосты. Здесь тоже возьму. Здесь у нас рыбка, салатики, сухофрукты разные, помидорчики. Что ты уже себе берешь? О, яичко, сардельку. Разные виды, да, и вареные, и обычные. А вареные яички можно сделать здесь. Ну, здесь вот все. Кофеечек. Садимся. Картошечку, да? Это, кстати, картошка. Такого плана, кукурузка. Разные сладкие вещи. Обычный стандартный завтрак. И вот мы зашли в номер. Так, за бардак извиняемся. Сюда оставляется карточка для света. Начнем с ванны. Масочку снимаем. Вот такого плана вот ванна, большое зеркало, туалет, душ. Все, в принципе, стандартно, полотенце дают, так что с собой можете их не брать. Фен. Здесь у нас телевизор. Тоже большое зеркало такого плана. И кровати. Две кровати больших. Одна маленькая. Шкаф-купе. Ну и самое главное, видон. Балкончик, такой вот вид, в принципе, что еще надо. Сейчас 9 утра, людей мало, так что можно идти занимать места спокойно себе и купаться. Лежаки, кстати, на этом пляже платные, то есть это общественный пляж, просто что рядом находится отель. Вот эти лежаки, которые вот вы сейчас видите на территории отеля, бесплатные. А все, что за территорией отеля, это уже платное, там стоимость от 6 евро вроде бы,
Ну, там, если берешь два пиджака плюс зонтик, стоимость где-то будет 12 евро составлять. Все в основном местные берут, видите, полотенечко, покрывалки на песочек. Песочек здесь хороший. Ложатся, зонтики покупают. Стоимость зонтика здесь 10 евро составляет, можно приобрести. Ну, только открываются, да. Снэк-бар вот у нас здесь, с правой стороны. Пойдем туда, да? Так спускаться будем? Ну, да. Как всегда. Или можно было там? Или можно сюда? Спуститься через основной ход. Душик с пресной водичкой. Пожалуйста, здесь. И вот мы сейчас выходим на территорию общественного пляжа. Здесь можно вот снять себе сейфиком такой вот вариант, даже вот на русском, пожалуйста, все есть расписано, так что смело можно идти и брать. А ребята расскажут, что почем и сколько стоит наш отельчик. И вот, собственно, море. С песочком. Сегодня бушующее море. Водичка вообще огонь. Тепленькая по сравнению с Турцией. Очень быстро. И самое главное, что прозрачно чистая, без всяких проблем. И вот такие вот пляжи тут по всей Майорке. I'm obsessed with everything that you do. I'm waiting, trying to be patient. You look like a painting. It's so frustrating. I hate it, yeah. I probably shouldn't say this. I probably should erase it. I probably shouldn't say this. Кала Феррера. Сумасшедшие виды, красивые пейзажи вообще. Все, что нужно. Еда, море, солнце, отдых. Так, вот здесь, короче, у нас развлечения. Можно покататься на лодочках, на катамаранчиках. Попрыгать в открытом море с горочки, с катамарана. Реализуем это все чуть попозже. Тут тоже ребятки прыгают со скал. И мы сейчас тоже с Марьяной решили прогуляться, посмотреть, что тут за тропы. Ребятки отдыхают.
Ладно. Так я расскажу. Ой. Ну и хорошенько, хорошенько. Другой видончик. Что мы уже, короче, вышли на территорию каких-то других отелей. Тут красивые какие виды, конечно, вообще. Тоже классные отели. Сейчас идем, мы с Марьяной блукаем. Где другой пляж? Посмотреть, что здесь за движухи. Посмотрим, поснимаем красоту. Перемещаться по улице можно и без масок, но внутри, в помещении и на территории отеля обязательно в масках. И многие люди, детям до определенного возраста можно ходить без масок, но такие вот правила, все строго. Если хоть чуть-чуть спустишь маску с лица под носом, то заставляют одевать ее обратно. До носа можно спустить, но сколько уже раз делали замечания и маме, и мне, и другим. Маску на лицо полностью. Так, а мы сейчас заходим на другой пляж. Вот такие вот указатели. Платья. Это типа какой-то пляж. Вот мы здесь. Угу. И на другой бухте. Да. Это уже территория другого отеля, походу, соседнего, с бухточками, с... Ну, тут практически то же самое, только здесь еще меньше пляж. Ну да, у нас побольше будет. Да. Ну, тоже песчаные, тут все песчаные пляжи. Ну и... такой же самый, но маленький. Попробуем водичку и пойдем дальше, да? Да. Ну, тут хорош такая, да? Ну, тут волны такие тоже большие. Маленький, да, маленький размерчик. Даже как-то больше детский. Тут огромные волны, потому что маленький размер. Вот поэтому такие огромные волны. Ну, да. Ну иди ныряй и пойдем. Ты хочешь? Сейчас вам покажем наш пляж, наш отель со стороны городского входа, где люди ходят и обычные испанцы приезжают и с нами отдыхают тоже. Так что смотрим. Красивые виды, красивые бухты. Это одна из лучших бухт в этом регионе, регион Каладор. Смотрите, какая красота. Просто... Спускаемся вниз. И вот беленький, это наш... Ну, тут все, в принципе, беленькое, но беленький большой, это наш отель Barcella Point Playa. 3 звезды. Не самый, конечно, может быть, звездный отель, но очень-очень классный по питанию, по обслуживанию, по морю, по всему. В принципе, мы очень довольны, что выбрали этот отель. Да. Угу. И вот мы уже на нашем отеле, на нашем пляже. Наша мама там он плавает на кораблике. На пончике, правильно, я проверял тебя, Мариан. И корабль как раз подъехал, подплыл, на котором можно совершать прогулки. Смотреть дельфинов, смотреть разные места. И вот, собственно, наш такой вот отель. Наш пляж, пляж общественный. Здесь можно
загорать, гулять, и многие девушки загорают топлес, и это здесь нормальное явление. Не пугайтесь, не кидайтесь ни на кого, это нормально. Это Европа, Испания, здесь все открыто в этом плане, загорают все без всяких проблем. Круто, идем дальше. Что, ребят, еще хочется добавить для того, чтобы ехать в такие вот места, такие локации, несмотря на семафоры с чешской стороны, с украинской, с российской, с любой, короче, в каждом регионе, в каждой стране есть свои правила въезда, посещения таких стран. Ну, мы берем конкретно Чехию, потому что мы ехали с Чехии, то важно смотреть правила въезда, правила выезда и так дальше. То есть конкретно возьмем сейчас Чехию, правила въезда были следующие, то есть нужно было сделать тесты, минимум антиген, максимум ПЦР, делается это все за 48 часов антигенный тест, 72 часа ПЦР до поездки, вот, потом эти результаты в аэропорту их спрашивают обязательно, то есть без этого никак, и самое главное въездной формуляр, в обычном формуляре заполняется все ваши данные, то есть там имя, фамилия, где вы живете, документы, откуда вы и так дальше. То есть, в принципе, все это легко делается, приходит QR-код, его в аэропорту спрашивают. То есть это нужно делать по-любому, без этого не пустят даже вас на регистрацию, то есть вы не пройдете ее просто. Потом сдали багаж и погнали. Вот. Сюда, когда приезжаете уже в Испанию, то у нас требовали только формуляры теста, никто не смотрел. То есть им они, в принципе, не нужны были. Ну и вот обратно, вот мы будем ехать, нужно обязательно сделать тест. Мы возвращаемся в Чехию, и нужен тест будет антигенный либо ПЦР. Антигенный у нас будет делаться уже в день отъезда. Вот мы в воскресенье будем уезжать, и в воскресенье мы его утром делаем. Там 10-15 минут уже имеем результаты, и эти тесты мы обязательно показываем уже при выезде из Испании, то есть на стойке регистрации уже в Испании, в Майорке. Вот. Плюс, опять же, заполняется формуляр за 48 часов, чтобы получить этот QR-код, въезд в Чехию. То есть это обязательные правила, и они сейчас действуют для каждой страны, независимо от того, куда вы едете, откуда едете и так дальше. То есть это сейчас такие вот правила путешествий. Ну а там, у кого есть, конечно, вакцинирование, уже полностью две давки, для того все проще, никаких тестов делать не нужно, только заполнять эти формуляры. Еще что хочется добавить, это важный пункт на Майорке. Если вы останавливаетесь в отелях, то здесь действует такая побытовая такса, то есть это то, что вы проживаете в отеле, с вас снимается определенная плата. Вот мы заплатили за двоих взрослых и ребенка 30 евро за неделю отдыха. Это дополнительно еще оплачивается. Это все указывается на сайтах, чтобы для вас не было это сюрпризом, что ой, я не знал, мне еще нужно было деньги какие-то брать с собой. Да, деньги обязательно берите с собой, потому что на всякие форс-мажорные случаи, ну и либо просто, опять же, на какие-то плюшки, сувениры и так дальше. Так что такие вот моменты, которые хотел вам еще добавить, я озвучу. И вот, собственно, вот такой вот вид. Сейчас будем заходить в отель. И надо одевать масочки. Сейчас умоемся пресной водичкой после морика. И можно будет заказывать напитки, которые работают здесь уже с 10, с 11 утра до 6 вечера. Давай, моряха, сейчас покажешь, что и как. Здесь платные, они платные. Здесь бесплатные, здесь у нас платные. Что ты выбрала? Походу это клубничка, это ванилька, клубничка походу и шоколад и ваниль. Итак, друзья, сейчас мы вам покажем, где находится бассейн.
Идем туда, сейчас Марьяна нас проведет, покажет. Что у нас сегодня есть поужинать? Так, сырочки, мидии, пожалуйста. С рыбкой что-то. Вкусненькое. Что тут у нас покушать есть? Хамон. Хамончик? Это не сырое. Так, это у нас десертики. Тут у нас фруктики тоже. Йогурты, фрукты, а вот курочка. Это курица. Здесь рыбка разная. Ага. Это, кстати, паэлья. Можешь от паэльи как раз попробовать. Да, это от паэльи. Паэлья микс. Сыпать, попробовать. Здесь тоже вот морепродукты какие-то, рыбка всякая. Короче, для троечки очень хорошие варианты, да? Ну и тут тоже всякие бонусы. Плюс заказывайте винишко, пивко и так дальше. А куда ты сюда? Нет, это хамон чисто пробовать. А ты возьми тарелочку, потом отдельно себе наложишь, что ты хочешь. Ты все сразу не бери, ты возьми, поставь сначала на место, а потом уже выберешь. Выбери место и поставь на место вашу кухню. И овощи тоже здесь. Короче, вот так. Такая вот еда. Вечерняя прогулочка по Малёрке. На районе. На районе. Что тут интересного у нас? Прогулочка по району. О, слышно, уже шумбон. Да, сейчас идем на пляжик. На пляжик, да? Посмотрим. Видоны красивые вообще. И вот он, смотри, Плая Кала Эсмеральда. Какая сумасшедшая природа. Красиво. Да? Это общественный пляж. Все пляжи здесь общественные. Итак, продолжаем. Здесь у нас бассейники. А здесь вот такая вот бухточка. Очередная. Волны какие здоровые, посмотри. Да, такой, ну... Такие скалы. Посмотри, какая территория вокруг.
Очень красиво. Да, красивая, конечно, Мальорка. Что там говорить? Мальорка, которая Майорка. Очень круто. Ярко. Свежо. Да, Кейс? Как тебе Майорка? Красиво. Очень, да? Как и ты. Нет, ты ярче. Сейчас, короче, мы идем на обзорную площадку, посмотрим хороший вид, какой-то красивый, где будет видно очень большую территорию, можно заходить, очень много зон для фото, поэтому тут можно даже не включать никакую геолокацию, все будет очень круто, ярко видно, поэтому можно ходить, гулять, фоткаться. Очень много мест. Мы просто вышли после ужина сейчас и гуляем, смотрим, показываем вам вот такие вот видоны. Сегодня моя снимает тоже. Смотрите, какие места вообще. Огонь. Идем сейчас дальше. Волны просто сумасшедшие. Смотрите, красота. Люди на скалы лезут для красивых кадров. Вообще, бомбини. Вот, пожалуйста. Край. Посмотри, какая красота. Везде одни отели. Встречают закаты, кто-то может рассветы. Дальше тоже камни. Да, очень круто. Красивая. Бомба. Так, идем дальше за Алиной. Главное не упасть. Смотреть под ноги. Да, главное не уронить телефон и не оставить свои тапки здесь. Кладбище тапок. Сила моря. Просто огонь. Thank you.
же Марьяна. Смотрите, еще две. Ну, это... Давай. Это с Азова ближе. Жители. Зачем? Да еще третья. Смотри, там третья была. А вон еще. Это какие-то страшные медведи. Это какие-то, возможно, жалящие товарищи. Так, надо смотреть, где они плавают, чтобы... Вот еще одна. Это уже побольше, товарищ. И вот еще. Ого, таких тут... О, и еще! Вот. Это как раз к нашему отплыву. Они приплыли, да? Да. А вот смотри, какие пляжи. Сейчас будем с горочки рассекать. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays. And on съемка пішла. Ви в ефірі. Ви в ефірі в німецьких яхтах. Німці зажигають. Зажигає вода взагалі. Нічого, нічого, пускай пригає. Пригає, Маляш. Ти теж будеш пригати? Нет, я держусь. Давай. Давай, Марьяна.
Вперед. Прыгай. Мы тут на чем? На доске. Мы на чем-то. На доске катаемся. И тут огромное. Тут волны огромные. И веслом тут еще надо управлять. Тут рыбки черные. Следующий только такой. Или такой. Подождите. One second, please. Вау, так страшно вообще. Над тобой тут такое это. Море, да? Да вообще, да. Понятно, Сань. Не пугай меня. Сейчас улечу вместе с кем. Это полизон такой, конечно, вообще красивый. Хочется сказать несколько слов о отеле. Отель Barcella Point Playa очень такой хороший вариант для поездки отдыха с учетом питания All Inclusive. Находится рядом возле общественного пляжа, то есть никуда ходить далеко не нужно, все по сути на территории отеля. Крутой вариант на самом деле. Я, честно, ожидал похуже условия, потому что тройка, ну, не было, конечно, еще у нас возможности бывать в тройках, были только в пятерках, это Турция, Египет, там, конечно, чуть-чуть масштабнее, можно сказать, территория отеля и больше пространства, больше там горок, всяких бассейнов, здесь, конечно, этого всего ничего нету, но здесь крутое море, вот. Конечно, выбор для каждого будет свой, потому что кто-то захочет там покупаться в Египте, в Красном море и посмотреть рыбок, позаниматься дайвингом. Здесь, конечно, этого нету, но по чистоте воды, допустим, здесь, конечно, очень все на высоком уровне. Плюс большой, очень большой плюс – это то, что песчаные пляжи и песок реально очень классный, чистый, то есть без камней, без ничего. Для детей это вообще кайфушки полные. Поэтому даже вот наша малая, когда мы выбирали отель, говорила: «Блин, нету горок. Это плохо, значит, отдых будет проваленный». Вот. Но тут нету горок, и она из воды не вылазит. А это самый главный плюс. Вот. Бассейны здесь есть, напитки здесь все есть. Еда офигенная, как вы видели.
По напиткам скажу, алкоголь тоже здесь разного рода. Есть за деньги, есть бесплатно, то, что входит в All Inclusive. Но реально голова не болит на утро, не какой-то шмурдяк, то есть местный алкоголь, но классно, классно в реальности. Вот я по себе скажу, что по 3-4 там, бокальчика дать, допустим, какой-то виски, колы там, или еще что-то, на утро как огурчик без всяких проблем. Вот. Питание тоже нас удивило, думали, будет в тройке похуже, конечно, но европейская тройка – это реально турецкая пятерка, как оказалось, и разнообразие реально классное, мы не ожидали здесь увидеть такое количество морепродуктов каждый день, что хочешь, и осьминоги, и кальмары, креветок куча в разных видах, соусах и всем прочем, то есть это вообще успех успешный. Вот. По поводу минусов, ну, наверное, это один из главных минусов, это шумоизоляция номера. Слышно, конечно, соседей, слышно, как храпят, если кто-то попался шумный, какой-то сосед. Вот, поэтому это, наверное, один из самых таких минусов. Из других, ну, я не скажу, наверное, какие тут минуса. По поводу интернета, Wi-Fi работает везде, практически по всему отелю, то есть по всей территории, но на пляже, естественно, общественным Wi-Fi не достает, просто на территории все это доступно. По поводу лежаков, на территории, опять же, отеля все бесплатно, уже за территорией общественный пляж, два лежака плюс зонтик обойдется вам 12 евро, опять же, на момент лета 2021 года. Может, что там по цене будет дальше, не знаю, вот, ну, может измениться, конечно, ценовая политика, но сейчас это, в принципе, доступно, кто хочет лежать на лежаках. Ну, а мы взяли просто покрывалка и лежим на покрывалке, как и местные испанцы, которые сюда приходят тоже загорать. Это один из таких лучших пляжей этого района, района Калладор. И здесь они тусуются со своими зонтиками. Можно, кстати, приобрести эти зонтики, можно купить это все здесь на месте, чтобы с собой там не тянуть. Вот. И, пожалуйста, использовать так. По поводу развлечений, есть здесь и байдарки, есть здесь и катамараны, есть здесь и лодочки специальные, то есть можно на них поплавать. По стоимости тоже 10 евро за полчаса начинается ценовая политика, ну и там 13-15 евро за час. В принципе, это доступно, это недорого. Кто захочет, пожалуйста, пользуйтесь, кто не захочет, не пользуйтесь, это уже на свое усмотрение. Короче, Майорка крутая. Мы, конечно, ее всю не изведали, изведали только район Калладор. Это очень классный райончик. Кто будет ехать машиной, конечно, тут поинтереснее. Уже можно попутешествовать по самому острову, посмотреть, полазить. Ну, а мы выбираем варианты all-inclusive, то есть нахождение практически на одном месте и изучение окрестной территории, походить рядом, посмотреть, поснимать. Это то, что, в принципе, вы видели в этом видео. А там уже, конечно, у каждого будет свой выбор. Так что, друзья, вот такая вот информация, такой вот отзыв. Пишите, кому будет интересно, какие-то задавайте вопросы. Если еще что-то не упомянул, забыл рассказать, обязательно отвечу в комментариях. Так что всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.